которая живет на Лазурном берегу, она позвонила и сказала, что им запрещено купаться, потому что туда приехало очень много мигрантов, причем это было даже не сейчас, а 3 месяца назад. То есть что происходит там сейчас, я даже не знаю. То есть всем жителям просто по новостям передали, что, пожалуйста, не заходите в воду, будьте аккуратны, потому что сейчас вода заражена и так далее и тому подобное. Скажите,